Пилот, силы АМС продолжат нас искать. Чтобы выжить, нужно встретиться с майором Андерсоном в 60 километрах от нашего местоположения. Чтобы выжить, придется импровизировать и приспосабливаться. На данный титан установлено улучшенное вооружение. Это может дать нам тактическое преимущество. Кажется, кто-то влюбился. Любовь в человеческом понимании невозможна без восторга, привязанности, преданности и уважения. Вывод, я влюблен на 50%. Пилот, снаряжение Тона позволит нам захватывать цели и выпускать самонаводящиеся ракеты. Это пригодится в бою. Дальше нам мешают ворота регулирования сока. Где-то неподалеку должен быть пульт управления ими. Вижу!
находясь в комплексе, необходимо постоянно носить защитный скафандр. Автоматизированный полигон, купол 1. Майор Андерсон пошел этим путем. Возможно, так мы сможем сократить дорогу. Рекомендую выбрать этот путь. Режим пилотировать. Смотрим под ноги. Что это за место? Открываю досье. Неизвестно. Что мы тут делаем, Бити? Нам надо пройти через этот комплекс и встретиться с майором Андерсоном. Это наш единственный шанс. Режим пилотирования включен. Эш, это Близ, как слышишь, прием. Это Эш, слушаю. Тень отвечает. Похоже, пилот из ополчения рвется в герои. Видимо, идет к вам. Убейте его. Понятно. Конец связи. Похоже, он нас боится, Бити. Не думаю. Его высшие хищники, чуть ли не самая опасная банда наемников на фронтире, состоящая сплошь из военных преступников. Замечен вражеский титан. Из угла. Thank you.
все вы, ополченцы, закончите с пулей в башке. Всего лишь царапина. Ядро залпа. Попробуй увернись. Тянулись в дело.